Всем добрый вечер, добрый вечер. Вы сейчас себе просто не представляете, какая дичь произошла. Я сейчас записал видео, и там были отзвуки музыки. Как же меня это вообще просто ужасная запись. Моего голоса практически не слышно, и мне теперь придется абсолютно все заново записывать видео. Но мы же подготовились, поэтому давайте начнем. Есть несколько степеней развития. Все зависит от того, насколько вы много донатите. Если вы много донатите, вам вообще без разницы, что строить. Вы строите бойцов, вы строите дома, вы строите больницы. Все. Тут ничего сложного. Только как его, чтобы в отряд поставить? Не знаю, чем вопрос, кто-то другой подскажет. Смотрите, если вы донатите какие-то небольшие суммы, но вам хватает ресурсов, такие как вы купили пропуск, вы купили контракт содружества, вы там еще что-то прикупили, тогда вы должны сосредоточиться на, опять же, на больницах, на казармах, на домах, на складах, потому что без складов вы просто не улучшите здание в дальнейшем. Вы можете подзабить вот на вот эту ресурсную стройку, но опять же до определенного левела. Даже с учетом доната, вот на 16 левеле я теперь себе хочу ресурсов прокачать, потому что когда начинаются какие-то битвы, ресурсов вам категорически не хватает. Вы не можете ходить воровать, вы не можете ходить на плитки. Что вам остается? Все правильно. Вам остаются наши дорогие ресурсы. Ну и вот, с чего бы я хотел начать. В первую очередь мы пока прокачиваем фермы. Во вторую очередь мы прокачиваем склады. Для чего? Чтобы мы смогли максимально копить ресурсов и отсылать и улучшать какие-то более большие здания. Опять же, помимо того, что мы копим ресурсы, мы не забываем, чем раньше вы начнете воровать, тем быстрее у вас начнет собираться. Я начал воровать где-то левель на 12-м, и только потом я понял всю суть этого счастья. Вы ищете армии, точнее дома какие-то, где минимум войск. Сейчас я вам покажу, какие. Да, началось сейчас, блин, специально ведь еще не найдешь. О, ничего себе, там какие армии большие. Где наш подготовленный? Вообще тут никого подготовленного. То есть вам нужно найти вот такие вот минимальные армии, где 100 бойцов, и здесь максимальное количество ресурсов. Ну, конечно, я сейчас замучусь вам искать. Ну, вот, допустим, так. Но лучше, если у вас все 4 ресурса вам хватает, чтобы вы унесли за раз это количество ресурсов. Я всегда искал таких воинов. Да, допустим, до него идти 3 минуты. Одного отправил 3 минуты, второго отправил 3 минуты. Ушел, попил чая. К примеру, на работе так вообще без проблем отправил, вернулся. У тебя полный склад ресурсов. То есть, сразу говорю, самое важное – начать воровать. Я сначала начинал бить армии в Вудбери, там бил зомби. Зомби – это вообще не для вас. Зомби не несут никакого абсолютно позитивного момента. Это лишь нужно для тех, если у вас 12-часовой рабочий день, и вы за 12 часов у вас есть один перекур. Все, зашли, убили зомби, ушли. На все остальное у вас нет времени там следить за Вудбери, посылать постоянно еще кого-то. Вудбери вам нужны для прокачки. Не надо их недооценивать, они нужны. То есть армию Вудбери мы убиваем, когда начинается эвент. И Юджина можете вообще не трогать. Пули, они, конечно, вещь нужная, но лучше идти воровать. Там вы гораздо больше получите пуль. Повозки? Ну, повозки, да, их нужно прокачивать, но поверьте, вам об этом тоже думать не нужно. Еще раз повторюсь, вам нужно сосредоточиться на воровстве. Это приносит прям самый максимальный профит в игре. С воровства вы получаете кучу всего. Да, на это придется потратиться. Вам нужно бегать, разведывать территории и все остальное. Но это даст свои плоды, поверьте мне. Все, уходим от того, что каким образом мы зарабатываем ресурсы. Прокачка. Мы прокачиваем по максимуму ресурсы, мы прокачиваем по максимуму склады. Не забываем про центр расчистки. Центр расчистки дает нам возможность выживших отправлять на плантации. Если у вас центр расчистки 10 левела, он вам даст отправить 10 выживших. К примеру, если у вас будет 20 выживших, 10 выживших у вас будут бездействовать. Ну, со временем вы их сможете отправлять в оружейные, но это опять же со временем. Вооруженные можно отправлять по максимуму, я в этом особого смысла не вижу, потому что, опять же, мы воруем. Если вы не воруете, то вы испытаете проблемы и с пулями, и со всем остальным. Отправляем людей на ресурсы, чтобы строить здания. Пули они нужны, но я бы сказал, что с воровства их практически хватает на то, чтобы строить здания. Ну, как мне хватало, вам хватит, не хватит, не знаю. Будет не хватать, поставьте выживших, но они несут, как бы, они очень мало дают.
Это не как на плитке за городом ставить. У них прирост очень-очень маленький, на самом деле, от этих выживших. Поэтому для меня интереснее было выживших отправлять на плантации. Еще раз. Мы прокачиваем ресурс, мы прокачиваем склады, мы прокачиваем центр расчистки. Что мы не трогаем? Мы не трогаем исследовательские центры, потому что карту расследовать вам этого и так достаточно будет. Бегать, разведывать здания. Ну, я бы не сказал, что там такая мега-скорость появляется, и что это вам прям так мега нужно. Мне этого вполне хватает. Они у меня вот были вообще 7-го левела, я их сейчас прокачал, потому что в эвенте участвовал. Также мы не трогаем сторожевые башни. Они не несут никакой смысловой нагрузки пока что. Я не вижу в них особого смысла прокачки. Возможно, они там помогут вам в защите, обороне зданий, но не более того. Казармы. Казармы прокачиваем просто, чтобы они соответствовали левелу здания. Не надо упарываться, что вот вы улучшили главное здание, сразу же лучшая казарму. Да, если она спустя 3 левела, чтобы открыть новых бойцов. Запомните, открывание новых бойцов, допустим, перевод с 5 на 6, оно вам не даст такого преимущества, какой дадут вам герои. Герои здесь гораздо главнее армии. Если у вас раскачанные герои, там, допустим, если у вас золотые герои 50 левела и у вас Т5, они убьют спокойно армию Т6 с фиолетовыми героями 30-х там или 50-х левелов. Потому что герои здесь наносят очень колоссальный урон. А армия, они всего лишь улучшают героев. То есть, если вы возьмете мощную армию и улучшите слабенького своего фиолетового, это не даст максимально профита. Как если вы будете соответствовать левелу, и у вас будут золотые, допустим, герои. Я не говорю, что надо стремиться прям только к одним золотым. Просто прокачивайте героев на максимум. Они вам дадут гораздо больше урона. Библиотека. Что в библиотеке? Библиотеку не торопитесь никогда улучшать. Пускай она у вас будет на один уровень меньше здания, возможно, на два. Тут куча всего, что можно развивать, поэтому торопиться тут некуда. У вас там это еще построить все здания, у вас библиотека на 50% заполнится. Что основное? Мы прокачиваем ветку развития, чтобы можно было по максимуму собирать сплиток, по максимуму собирать героями сплиток, по максимуму, чтобы у вас увеличилось производство. То есть вам все нужно вкидывать в развитие. Также не забываем, прокачиваем базовое снаряжение. Базовое снаряжение дает нам повышение героев, повышение войск, потому что вы без этой характеристики не сможете перевести там со 2 на 3, с 3 на 4, к примеру, да? То есть у вас, если вот это не прокачано, у вас так первого уровня и останутся бойцы, будете там сидеть, вату катать. Когда у вас откроется обучение бойцов на 15 левеле библиотеки, вообще не торопитесь прокачивать. У меня сейчас 16 уровень библиотеки, посмотрите, 0. Все мы вкидываем в развитие, и уже 50 на 50 это базовое снаряжение и очередь походов. Первых походов. Не надо упороться во второй, в третий, оно вам ни к чему. Единственное, что можно будет со временем прокачать, это чтобы вам во втором походе можно было открыть третьего человека. Чтобы вы максимально могли собирать с точек ресурсы и, возможно, заменять армию и ходить в атаке. Все. Больше она вам ни к чему. Но это при том, что вы вторую площадь тоже, соответственно, поддерживаете на том же уровне. В других случаях это не нужно. Не знаю, насколько объемно все и понятно рассказал. Попытаюсь структурировать. Первым вы прокачиваете фермы. За ними сразу же вы прокачиваете склады, не забывайте, не надо по отдельности какие-то склады, все склады прокачивайте, вы прокачиваете центр расчистки. Это то, что нужно вам для улучшения всех следующих зданий. Башни мы не трогаем, исследовательский центр мы не трогаем. Конюшни, бараки и стрельбища мы прокачиваем, соответственно, чтобы просто появились ресурсы, мы ее поставили на прокачку. Упарываться в первое здание не надо, чтобы оно у вас было лучше. Дома я тоже сильно не сказал бы, что стоит упарываться. Качайте по возможности. Прокачали ресурсы, прокачали амбары. Все. Взялись за больницы, казармы, дома. Ну, периодичностью не забывайте прокачивать еще площадь, почту, бар. Почту бар я бы сказал, что я прокачивал по возможности. Появились ресурсы, я их поставил прокачиваться. Упарываться в них я не вижу особого смысла. Да, почта дает вам, что вам могут помощь союзники кидать, ресурсы кидать. Но если вы воруете, это вам особо не нужно, честно вам скажу.
Не надо упарываться, допустим, открылась вам новая ратуша, вам написано, нужно прокачать стену, нужно прокачать амбар, нужно прокачать площадь. Не надо только эти 4 здания качать и тут же качать главное здание. Не надо, не стремитесь вы к этому. У вас и так всего будет хватать, если вы просто будете пользоваться схемой ресурсы, склады, все остальное. Я бы вот так подразделил. А, ну центр очистки надо не забывать. В больнице упарываться нету смысла, вас не будут так сильно прямо избивать, что у вас больницы будут переполнены. Это прям в редких случаях, то есть вам с сервером неимоверно повезло, и у вас вокруг просто одни жуткие донатеры, и они вас всегда бьют. Дома, ну дома, да, больше бойцов вы будете за раз прокачивать. Но на самом деле до Т6 мне этих бойцов вообще за глаза хватало. На Т6 у меня стали появляться проблемы, поэтому я стал улучшать дома. Поэтому еще раз говорю, не забывайте все качать равномерно. По поводу расстановки отрядов, давайте пробежимся. Если вы идете атаковать здание, и вам нужно собрать максимально ресурсов, у вас есть два варианта. Это боец, лошадь, либо три лошади. В каких случаях мы используем? Если там средняя армия, и вам придется воевать, вы используете боец, лошадь. Если там вообще нет армии, и там очень много ресурсов, вы используете три лошади. Запомните, не нужно ставить там боец-боец, лучник, боец-боец, лошадь. Это прям если вы нападаете на какое-то мега сильное здание, тогда, возможно, есть смысл поставить боец-боец, лошадь. Ну, если, опять же, вы идете за ресурсами, не за килл-эвентом. Для чего нам нужны боец-лучник, лучник-расстановка? Эта расстановка нам нужна для того, чтобы фармить мобов. Это самая идеальная расстановка для того, чтобы убивать зомби, вудбери и все остальное. Вы можете сами проверить, вы нанесете максимальный урон вот с такой расстановкой. Нет, можно с тремя лучниками больше нанести, но, соответственно, будет больше потери, вам придется больше тратиться. Потому что весь основной урон приходится на первый отряд, потом на все остальные. То есть в основном у вас всегда не будет хватать бойцов, потому что они будут у вас вылетать в первую очередь. То есть пробежались еще раз. Если мы идем вырывать ресурсы, это трое коней. Это если нету никакой армии. Если армия есть, то боец, конь. Если вы идете атаковать зомби, это боец, лучник. Все. Других комбинаций у вас, поверьте, быть не должно. Как еще есть какой вариант, как делал я? Здесь я ставил боец, лучник. Это если мне нужно прям было мега снести армию и вторым отрядом забрать ресурсы. Но я так понял, что это неэффективно. Самое эффективное, говорю, боец, лошадь. Вот что вам нужно для ресурсов. Для ходячих вам нужен боец, лучник. Все очень просто, не надо упарываться. Все. По расстановке героев. Героев мы просто ставим по принципу. Хоть многие говорят, что все зависит от станов, от всего остального. Вначале вы этого сильно не заметите. Да куда я не туда все время захожу? Я расставляю по принципу. То есть, смотрите, у меня максимальное количество. Ну, сейчас уже Рика стало. Рик — это боевой персонаж. То есть, смотрите, мы когда заходим в его скиллы, у него только урон. У него нету никаких ни оглушений, ничего. У него есть урон. Ему нужны лучники. Это либо второй, либо третий ряд. Все. Первый ряд стоит Мишон, потому что у нее есть немота, которая запрещает использовать навыки героям. Ну и тут урон. Я сделал по принципу из этих троих, что Мишона гораздо больше, чем у Глена, поэтому она стоит в первом ряду. Потому что весь урон, опять же, повторюсь, приходится на бойцов, чтобы у вас меньше улетало снайперов и лошадей, чтобы они могли нанести максимальный урон. Мы их ставим во второй и в третий ряд. Соответственно, если мы поставим Глена вперед, мы поставим ему мало бойцов, их очень быстро убьют, быстрее примутся за лучников. Все. Все очень просто, ничего сложного. Не нужно изобретать велосипед. Героев, ну, на самом деле, по желанию. Я просто, если есть химия, выставляете по левелу. Ну, просто почитайте навыки, сами все поймете. Это отдельное видео, это, ну, не сейчас нужно на эту тему рассуждать по поводу навыков героев. Вроде бы все, по исследованиям я все рассказал, по зданиям я вроде бы все рассказал. Ну, будет что-то не так, запишу еще одно видео. Всем спасибо, всем пока-пока.